Угу. Это тот суд? Наверное. Здравствуйте. Что вы хотите? Так, нам подать исковое заявление нужно. У вас паспорт есть? Паспорт. Паспорт. Да. Паспорт есть. А Татьяна Александровна, в каком кабинете? Татьяна Александровна? Да. Это будет паспорт? Нет. Как фамилия? Так, что говорите? Не, Владимир Александрович. У нас положено снимать, это нельзя запрещать. 330-е правило запрещения. Вот. Попадает под уголовную ответственность, кто запрещает. У нас только 5 мест, где нельзя это делать. Таможни, там военные корабли еще. Корякина. А, здесь она. Ну, я... Да. Там, в этом кабинете. Я не знаю, я... Так, мы двое заходим. Второй паспорт тоже нужен. Я плохо слышу. Я сейчас запишу, секундочку, да, да. Доложу в канцелярии, что вы пришли подать заявление. Вот, и они решат, как пропустить вас или нет. Ну, порядок так вот уже у нас. Угу, угу. Наверное, твой паспорт тоже надо будет Алёше дать. Угу. Да пока не надо, сейчас я доложу. Они с концерта выйдут сейчас. Вы подать исковое заявление хотите, да? Нам исковое заявление подать. Сейчас я положу. Исковое заявление. Я доложил. Да. Сейчас выйдут к вам. Хорошо. Сейчас они там показали. Сейчас подождите момент, они выйдут. Так, я тебе сейчас буду открывать, а ты их снимай, которые страницы. Потому что это в интернет пойдет уже сегодня. Не дрожать. Я так поставлю, так мне легче. А вот это постановление прокуратуры.
документы. Это за подписью губернатора. Это решение советов. Ты показываешь, что синяя печать, оригинал. Сейчас суд отправим, сразу в прокуратуру едем. Так, вот так поверну. Это я даю стихотворение. Возьмите. Да. Паспорт нужен вам показать? Обязательно. Сказал, да? Немножко глуховато. Копия искового для ответчика. Так, что говорите по груди? Копия искового заявления для ответчика. Вот, я принес такой же. Мне надо поставить, надо печать. Для ответчика копия искового должна быть. Ну вот, пожалуйста. Я дам еще один. Я его заберу для ответчика. Да. А вот это на этом поставить для печать, что получили. Это не перепутать, их они так подклеены. Это для ответчика. Точно такая же копия. А на этой поставить нам штампик, что получено. Отметку, да? Угу. Отметку поставить? Да, пожалуйста. А мы сейчас снимаем документы. Нет, разрешение не надо получать. Нигде. Зачем? 330 статья Уголовного кодекса касается вас, если запрещаете. И гражданского 19-1. А вот снимаю заявителя. Документы все снимаем. Да, да. Так, я последний документ тебе показал, нет? Ну-ка, покажите. Да, не запрещают, закон не знают. Вот. Нет, она просто спросила, что снимаем. Угу. А мне что, двери снимать, что ли? Двери не нужны мне. Так, крышка. Переворачивайте. Так, переворачиваю. Угу. Ну и вот это сегодня я уже решил добавить. Угу. Сейчас документы вынесет.
Так, посмотри оригинальные документы. Самый ценный сохранился документ. 90-го года. Не торопись. Печать особенно ярко. И решение. Это было, да? Благодарим. Да нет. Садите еще. Так, все, уходим. В прокуратуру, поехали сразу. Так, я возьму. Угу. Так, посмотри, ничего не забыл? Да нет. Все, до свидания. До свидания. Здесь сними первое сведение. Еще раз, пошли до машины. Все, выключай.